Там собака. Тут Матарыч. Тут, в принципе, все не то. Ага, и это все не то. И то все не это. А где же они запрыгивали, а? Собака. А! Собак, Матарыч. В смысле нет факела? Где я? Я в какой-то момент. Я в каком-то момент. А там две собаки, да? Да. Давай, давай, давай! Так, что там по аптечкам? Я все заюзал, да? Есть бутылки, но тут такое. Эх! Яс! Бомбически! Вот так вот. Ове, ты смотришь Perpetuous Play. Меня зовут Саша, играем в Dark and Darker. Как всегда, здесь что-то подвисает, а что-то трещит, а что-то такое, знаешь, пугающее, где-то вдалеке, даже и не хрустит собака. Много тут всякого, в общем, много. Но приятного тебе, хрустящего аппетита. Не пугающего, я надеюсь. Хм. А вдруг? Да? Ну, а вдруг? Да он охтел. Да он просто охтел. О! Наконец-то я убил его сам. До того, как он успеет самоубиться. А слышу, какая-то хня происходит. Я не понимаю, где. Надо поменьше встревать такую фигню вообще. Если что. В разборке с ребятами. Ибо нафиг оно надо. А я что, тебе не навалил никак ни разу? Может быть. Так, ну мне не нужны ни они, ни они, ни они. Сундук можно этот скрыть. А вообще, конечно же, Матар Матарыч. Вот моя цель на сегодня. Матарушка. О! Что-то интересное. Может быть... у того деда. Что-то интересное. Мне всегда интересно, когда у них какая-нибудь магическая приблуда появляется. Здесь просто приблуда, к сожалению. Где он сдох вообще? А, точно. Я уже думал, ну нифига себе. А ну, нифига себе. Кстати, а что если... Что если... Где же была эта... Может... А, вот она была. Давай сюда зайдем, заглянем. Что там такое? Мне тоже всегда это интересно. Так, ладно.
Сейчас пасть откроет. Вот сейчас. Ладно. Мне интересно получается. Извините. Мне интересно. Ну, правда. Мне вот конкретно сейчас в данном забеге это не интересно. А что интересно тебе? Ты можешь написать в комментариях. Или если интересно это же, поставить лайк. Например. Ага. Просвистало прям над ухом. Подожди, тебе это интересно? Мне это не интересно. Ты чё? А куда ты уткнулся? Вот скажи мне. Куда он уткнулся? Да куда ты? Кого ты обыскиваешь вообще? Так вот. Что интересно тебе, ты можешь написать в комментариях. Или лайк поставить, если интересно. Вот конкретно это. Адик. Матар Матарыч. Пауки везде. На хвосте. Ну, туда мы сейчас не пойдем. Это долго. Хотя время есть, но это долго. Хотя, опять же, время есть, но это не хочу я вообще. Не тут, не хочу. Ладно. В бедро, но это фигня. Хлебло, но это нормально. Щит, это нехорошо. Да, это игра, в которой щит до лампочки. На самом деле, если они хотели сделать такое реализму и такую добавить, то надо было им твайхандером рубанули. Ты здесь, что ли? А? Надо было им от третьего лица делать. Серьезно. Хотя даже это не спасло бы, оно выглядело бы немножко по-дурацки. Правда. Совсем чуть-чуть. Полностью. По-дурацки. Потому что вот это вот приседание, нагибаешься, складываешься пополам. И только после этого уворачиваешься, но это... У тебя заколдованный щит, я попадаю только в него. Ей! Ей! Отличный удар, только жаль, второй, а не первый. Если бы он был первый, это было бы просто замечательным. В связочке был бы он первый. Было бы зашибись. Сука. Где ты, где ты, где ты, где ты? По идее, должно попасть. Да. Так, все, я достал дрын. Не подходи, Энакин. Ты же ниже меня. Я знал. Я знал, что Энакин такой. Не сможет удалить. Выше, ниже, вот это все. Вы же шумный, сука, факел в сущности, а? Так, 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 так. Ага. Так, так, так. А мне там нужно было свиток.
Но свитков сейчас нет. Ну, чапай, чапай сюда. А что там такое? Где это? А. Три раза и не наступил. Ха! Странно, что выход в ад открывается позднее, чем выход... Просто... из подземелья. Ну, для меня странно. Для разработчиков, очевидно, ни хрена не странно в этом. Ничего странного нет. А? В мордочку. О, куда-то задел. Мордочку всегда хорошо пробирает. Угу. Вы? Мордашечку. Ой, замечательно. Вам тоже мордашечку? Ой, и вам мордашечку. Давайте попробуем посовываться с вами. Жестко уходить вправо. Стоп! В смысле? Как я это сделал? Нет, полтора удара? А почему? Это что за супер-пупер перепупер критический вообще я нахлобучил ему? Матарыч, да я тебя сейчас... Да я просто... Да я же тебя уничтожу. Ой, это не то вообще подземелье. Ой, что это я... А, ну да, вот же. Нет. Ё-моё, я потерялся. Нет, я не потерялся. Нам сюда. Вот. Я нашелся. Нет, так я этого мота... Я сейчас этого Матарыча... Как я его буду сейчас дра... Сим-сим. Ну, уже можно. Ну, чё ты? Во! Бесишь. А погоня идет? Смотри, погоня, погоня за мной. Погоня. Сюда. Иди. Сюда иди, блин. Да я этого Матарыча. Да я Матарыча этого. Интересно сейчас посмотреть, кто, кроме меня, идет Вадик. Ладно. Кто-то, кроме меня, идет Вадик вообще? Ну, я иду. А шипы в полу кого-то убили? Махойда какая-то убивает людей. Я смотрю, тут махойда. Болезнь какая, что ли? Она отправилась в Адик, я точно это знаю. Всякая махвойда отправляется в Адик, это мы знаем. Это же просто всегда бывает. Сейчас бы вот подгадать то место, где Матар Матарыч можно загасить. Сука, а там лучники. Нужно загасить. Или нет? О, а это, кажется, мое любимое место. Ну, в кавычках. Или нет? Стоп, что там вообще у нас?
А, это вот это место. Матарыч! Сюда иди! Матарыч? Матарыч? Я тебя по-хорошему подзываю. Так, стоп, а здесь же можно где-то куда-то запрыгнуть. Рич, ты чего? А ведь можно в рог ему попасть, да? Матарый. Скакал. Обсёр, конечно, максимальный. Матарыч, блин. А где же Матарыча можно было там рубить? Вот это же то место, где можно было рубить Матарыча. Но это, по-моему, вон туда они запрыгивали, что ли? Психануть? Блин, это погоня будет же капецкая. Там собака. Тут Матарыч. Тут, в принципе, все не то. Ага, и это все не то. И то все не это. А где же они запрыгивали, а? Собака. А! Собак, Матары. В смысле нет факела? А, нормально. Ух ты, он же сейчас прорубит эту херню, только так. Или нет? Если отбиваться не будет, я ему сейчас хлеблота наколю. Мордочку. Да где твоя моя мордочка? Куда я дел факел, Свифтер? А, я его забыл забрать. Включаю, главное, факел, а его нет. Включаю факел, а он не включается. А можно сюда Матарыч позвать, пожалуйста? Матарыча мне позвал. Хлебосольный, слышь? Собака! А ты где? Страшно. Страшно. Пригодится. Хотя и не очень. Матарыч! Сначала собака. О! Надо вот так. Холку, в холку. Все, приголубил. Матарыч. Ага. Ага. Не достаешь, да, значит, Матарыч? Матар, Матарыч. Ну как не достает? Достает. Сука, Матарыч. Куда ты попал, а? Почему вот в собаку не попадает драную, а? Матарыч!
О. Нормально. Мне бы хотелось привыкнуть к его динамике. О, собаку задрал. Психопат. Ага. Все, видишь, приспособился. Хотя тянет отвернуться. Серьезно. Матарыч, я тебе сейчас все уже. Все. Последние два удара в голову. Ладно, просчитался. Сука, где мой факел? Матарыч, это какая-то херня вообще. Я просто в ахерозе от того, что у меня там вообще и свет выключили. И ты думаешь, что это было вообще? Так, fuck you. Fuck you. А я щелкаю, щелкаю, главное, по херу вообще. Нет света. Так, ну время есть, но я до портала еще не добрался. В смысле, что так близко? А как это ты здесь, а? А как это ты здесь? И цепануло таки ядом. Дополнительный объем памяти. Да. Повезло с лютней. Со слютней. Повезло мне. Капец. В смысле? В смысле? В смысле? Да я же... Я же чернокнижник, в конце концов. Мать! Сожгу тебя, тварь. Понимаешь, какой у меня нервяк здесь вообще? Понимаешь, я просто в ахере от этого. Да, Матарыч, где там твоя туша тупая вообще? Кристальный синий кусок шлака. Угу. А чё он так косо стоит? Это подстава. Ладно, просто передвинули. Да блин. И у Матарыча? О-о-о. Какой фуфел! Хорошо, что там нету смерти. Было бы неприятно. Так. А как у нас тут до портала вообще? Ты что делаешь? А, понятно. А с другой стороны такой же или нет? Не похоже. Накрыло. Ого, ты тут навалил. Вроде скелеты. Скелет это можно. А, такие скелеты, да. Только такие. Собака. Ни хрена, а чё так мощно-то, а? Собака, а чё так мощно-то, собственно? А? Сейчас еще этот придет. Сука, откуда? Твою мать. Тут собака, там расстрел. Где-то оттуда ведется.
Не, собака, не надо. Вот блинский. Слушай, а чё у меня за урон такой? Я просто... А чё это за урон у меня такой? Ты понимаешь, он в баламбешку попал, но это просто... Ничего себе. Хотелось бы тот сундук вскрыть, но ё-моё, тут же еще собака одна, да? Ас. Матарыч? Не, только не Матарыч, пожалуйста. Я тогда сюда пойду. Ё-моё, скелет, иди сюда. Останавливайся. Стой на месте. Не убьет же. Так, а что у нас тут вообще? Эти твари. А твари-то неприятные, кстати. По два раза херачат. Сучья мразь! А аптечка, настало твое время, да? В этом смысле. Хотя у меня минут на все про все, а там собака еще, да? Блинский. Не надо так быстро. А там две собаки, да? Да. Давай, давай, давай! Так, что там по аптечкам? Я все заюзал, да? Есть бутылки, но тут такое. Эх! Херня, все херня, все херня! Yes! Бомбически! И Матарыча, и в последние секунды свалил. О, продолжаем наблюдать. Продолжаем наблюдение. Не, конечно, залутал не все, но это новая зона для меня. Я здесь вообще в ахероза. Как только оказались в аду, режим ахера не выключался. Что я схватил в последний момент? Сияющий браслет. А, его можно будет тому засунуть, в принципе. Может быть, я даже успею это задание выполнить. Что такое? Убить кентайвера. Подожди. А кому? Казначей. Нет? Они те, из которых я уже положил тебе. Ну, ладно. Ладно. Кузя, ты же мой кузеночек. Скорость магического взаимодействия. Нахер. Жаль, нельзя ту сверстелку продать. Это продаем. Шлема продаем. Кинжальчик. Уже неплохо. Сверстелька, балалайчика. Еще лучше. Забыл лайк, он нормально дает, но она, сука, место занимает. Правда, ее можно сюда положить, это удобно. Это удобно. Так, а теперь ты. Стаканы. Да, блин, перестань. Стаканы. Браслеты, кольца, да. Зубы золотые, я вроде коллекционирую. Я не помню. Полотнюк. Что у тебя? Да, кентавер. Заказ на кентавера. Сейчас посмотрим, что ты дашь мне за этого кентавера. 45 опыта, одну бутылочку. Ну, в принципе, нормально. Штаны, правда, не нужны. Давай. Твоя помощь.
проложит путь к более безопасным путешествиям. Спасибо за помощь. Пожалуйста, за помощь. Классные. Тебе продать их? Полотнюк. Подземелье, воющие склепы. Исследовать локация тюрьма Б. Я даже не знал, что там есть тюрьма А. А. Б. Понял. Но нужно сбежать. Не, полотнюк, это... 50 копеек, шапку-пидорку и вот это вот, что это такое, сапоги-скороходы. И 25 экспы. Ну, это, конечно... И это третий у тебя... Да, ну, блин. А тут что? А, да. На тебе же. 18 копеек, считай, подарил. Сука, дерьма. Да, продолжится приключение. Знаешь, кстати, в чем прелесть? А голышом ходить. Причем я имею в виду не голым без брони. Я имею в виду... Оу. Я имею в виду с базовым шмотом. А прелесть в том, что ты лучше играешь. Ну, не знаю, как у тебя. Но я, когда не боюсь что-то потерять, там, ценное мне, важное для меня, справляюсь лучше. И даже зомби вот это вот, которые толпой окружают, да лампочки на самом деле. Не говоря уже о ПВПшниках. Замахнуться, что ли, на этом? На мумий? Это гоблинам надо идти. Только у гоблинов там правильные мумии, у всех остальных неправильные. Это не такие. Где она? Где этот вертолет? О! Это подземелье трех. Сук, твою мать! Нет, это подземелье трех треханных зомбей. Тут везде по три зомби. И они всегда компостируют мозг. Пока ты не двинешь, челюха. Ой, все. Идет эта вонючая волна. А тут еще и оказывается выход. О, нормально. Мне покатит. Тут еще и выход. Оказывается. А, ладно. Но нам выход не нужен. Нам и вонючая вала не нужна. Палочным топором кого-то завалили. Какая ирония быть заваленным палочным топором. Ну что такое? Вау! Ребят, я тогда дико не доберусь. Надо как-то включать бусты. Надо бустить чернокни... О!
Адик показался на карте. Хорошо. Не, мы так не разберемся с вами, да, ребят? Но считай, что по плечу похлопал. Опа! Чудом избежал смертельного удара в голову. Он. Чернокнижник, кто это вообще профессионально делает? Вы поменялись? Теперь ты первый, да? О. Нам еще туда? А также нам сюда? И взламывать сундуки нужно исключительно так. Мумия убивает Лосарда. Капитана Лосарда, да? Мумия убила капитана Лосарда. Печально. Ах, это ты! Ах, это он. Да ты не узнаю это? Я что, не был, что ли? Сундуки. Подожди, а у меня какие? Сапоги. Дышится просто тяжело. Что? Балочный топор, да что такое? Мне нужно бояться какого-то психа с топором. А вот и Джонни, да? Опа, это он, это он, это он. Джонни, свои же лысые. Я же из гильдии лысых, ты чё? Да Джонни, ну приведи свою же лысую башку сюда. Это же просто даже не смешно. Что там у тебя было, Джонни? А у тебя? Да подожди, не у тебя. У тебя спрашивал вообще. О, бонус, воля. Не, ну то, что они не удосужились здесь делать фигурину, в которую она входит, но это, конечно, халтура. И она как будто бы просто в стену. Оу! Оу! Чё творишь? А ты тоже Джонни, что ли, да? Ты из... из Джонни будешь? Блин, мне Икаду надо, и... и Никаду надо. Как-то здесь дохрена подозрительно. Во-первых, полки, да? Только взрывную бутыль я заметил. А эта собака тоже дверь открыла. Да ладно, не гони, ты обыскал мои сундуки? Опять Джонни пришел. Даже обыскивать его не будем. Ага. А я все понял как-то так. Как-то так мгновенно я. Главное, все понял, что мне аминь. Там. Я думаю, ну надо, значит, ноги делать. Оу, фак. А может там забаррикадироваться, а? Таи. Вот если они меня возьмут в коробочку, вот это будет номер.
Блин, а я Вадик вообще с вами успеваю? Ё-моё. Джонни? Джонни, что ж ты наделал-то, а? Ну не будь дураком. Джеронимо не помогло? А чё, он не перепрыгнул? Да, ребята. Но мне-то повезло, что я так умею. А вам-то не очень, что вы так не умеете. Это я-то так умею, но у меня время заканчивается. Еще там бой. Блин, я хотел залутать те сундуки. Я же не знаю, где еще здесь эта хрень. О, ты еще здесь. Задержи их, задержи. Молодец. Сука, кто так задерживает, а? Кто так задерживает? Ребята, у меня уже все восстановилось, я могу еще раз, давай. Хорошо. Блин, я так не успею выйти отсюда. Живым. Имеется в виду. Он хорошая цель. Просто великолепная. Но, блинский. У него есть подмога. Может попробовать скрыться здесь? Скрыться только получится, да? Что за херь вообще? Да, блин. Да, блин. О, блин. О, да, блин. О, блин, да, блин. Да, блино. Ну, короче, раз такая пьянка пошла. Осторожно, двери закрываются, ребят. А ты не видел, дядик? Так вот же он. Что ты молчал? Козлина. Сука! Ты что делаешь вообще? А я сейчас нацепляю вас за собой, да? Давай сюда, сюда. Сюда, сюда. Не рыгай, не рыгай, не рыгай. Ну, но надо тебе было, а. Так, а здесь у нас амнец. В целом можно лутнуть. Факт. Лезь на стену. В целом можно лутнуть. Оно, наверное, двигается на углекислый газ, который выдыхает мой лысый воитель. И попробовать вальнуть. Давай. Так его. Вот так вот. А в целом, ну я так подумал, а что бы оно нахер? Слишком мало места. Слишком мало места. Скелет-стражник убивает... Какая ирония вот этого со свалочным топором. Вот, блин. Отвалил обычный скелет-стражник. Смертельный удар ему отвалил. Да. Интересно, куда закинет на этот раз? Да, очень интересно. Что ли, приодеть его? Тут можно, можно уже, да, можно. Тут. Он даже получше будет. Наверное. Хотя. Хотя, так и не угадаешь. О! Это же то самое место. Нет, это вообще не то место. Здрасте. Матарыч? Погодь, Матарыч. Мы так не договаривались.
Сюда иди. Прикинь, не добивает. Он меня потерял? Так. Собака. Come on, baby. Come on, baby, light my fire. Собака всегда такое делает. Что-то пошло не так, да? О. Ладно. А может я так попаду? А? Это себе дороже, правда? А ведь попал. Да блин. Да ё-моё. Ты можешь не двигать хоботом, а? Опа. Крюндель. Оп. В хобот. Опа. Оп. Эп. Все. Бобик сдох. Матарыч там. Ну это необычно, это Матар Матарыч. В смысле? Бобик, куда ты психанул, конечно, так свернулся, главное. Стилет твой драндулецкий. Собака! Собака, сюда, поть. Шворк. И собака думает, а где оно? А как оно? А что это такое? А, все. Вот сука. Хорошо, а таким? Еще хуже. Собака, я здесь. О. О, как надо было. Да. Нормально. Пошла жара. Как здорово, что в аду всегда найдется время, чтобы попить чайку. Вот это, кстати, правильная собака. Неправильный дрын. А, собака, собака. Пас. Ты чё? Ты же была правильная. О. Да, я сейчас подстроюсь, не переживай. Вот так вот. И все. О, этот лег даже хорошо, Боб. Эх, Боб. Херня, да одна херня. Так, а здесь ты, да? Ага. А хорошо поставленный удар — это залог победы. Осел. Посмотри. Ты посмотри. Он один раз... Не, подожди, он два раза. А что тут их аж три? Я говорил, лучше быть одетым здесь. Что-то уж слишком у них ядреный урон. Так, по-моему, там еще собака одна где-то должна быть. Не хочется того пердежного вызывать еще раз. О, скелет-щемак пошел. Придется вызвать. Сука, я же могу и двери закрыть. Козлина. О, я так не играю. Тварь, я двери закрою. О, щит.
А в смысле не проняло? Сейчас он еще и покушку сделает. О, а это больно будет. Это может быть больно. И не падает же эта хрень. Да, стрелой бы не хотелось получить. Вообще не хотелось бы. О, чуть не упал. А сколько вас там стрелков-то, а? Вот это ад. Вот это жесть. Вызывайте Матар Матарыча. Это трындец. Например, делал вот это все. Нафиг оно мне надо. Смотри, проходу не дает. Смотри, блин, на него. Три раза? Да ты бесишь, о! Ха! Не, это для тебя сильно жирно, да? А чё он какой-то вообще непробиваемый-то, а? Сука. Какой-то он слишком ядреный, тебе не кажется, был? Мне кажется. Хорошо, что есть ты, да? Плохо, что есть ты, но не там. Сука, ну не прячься, а? Ну как же не попал, а? Козел. Так, а я не обыскал там кучу народу прикольного. Это не прикольный народ. Этого я и обыскал. Этого... Ряса джигитовки, ну понятно. Тут летающее было одно. Юндра летающая. Замечательно просто, охренеть. Как же так получается, что вы такие классные это все, а? Не ожидал? Ожидал. Надо один раз, но наверняка, сука. Стой, стой, стой там, стой там. Стой там, не рыпайся. Окей. Адик, что ты хочешь? Это же Адик. Кости пошли, да? Я еще там успеваю вскрыть пару сундуков.
целом. Это уже что-то приятное такое. Жаль, это неприятное. Успеваем многое. На самом деле вскрыть здесь почти все. Если будет что-то хорошее, то будет что-то хорошее. Но что-то хорошее попадается крайне не всегда. Минутка. Мне эта минутка нужна, чтобы свалить. Да давай. Фак! А, и тут же такая же. Замечательно. И тут такая же. И там еще один был сундук в целом. И надо заканчивать на этом мероприятие. Ой, что у вас такое? Что у меня такое? Что? А я не хотел бы его выкидывать. Вот суть в том, что я бы не хотел его выкидывать. Да, слышу. Уже началось. Почти. Последний сундук. Мы успеваем его вскрыть. Я тебе говорю, мы успеваем. Там еще попрыгать успеваем. Жизнь вроде бы... Хватит жизни. Сюка! Дело принципа. А есть достижение за кучу открытых порталов? Если есть, то мы на него идем. Я могу даже психануть. Ух ты, сыромятный кусок дерьма. Франческо. Я сейчас бы промахнулся. Но люблю я на последних секундах. Прям люблю, не могу это. Беждать. Наблюдаем. Ух ты, я такого раньше не видел. Магия. Чернокнижник. Угу. Да продолжится приключение. С дрыном. И без дрына. Так, я ходил туда, давай теперь сюда. Сюда его, давай. А я не понял, ты что, не отстреливаешь, где я, что ли? Дед! Дед, ты что, вернись. Отстреливает все дед. Смотри, как отстреливает дед. Шикарно, сука, отстреливает, а? Дед, я тебе в голову дам. Не дам. Тогда дайте мне кого-нибудь полечиться. У деда была лира. Мне нужен кто-то для лечения. Кто-то, кто шарит в лечении. Ребят, кто-то шарит в лечении, а? Ты. Шаришь, 100%. Смотри, с таким дрыном надо по-любому шарить лечение, потому что ты можешь же об него уколоться вот так, да? А если ты об него уколоться, то как же ты, если ты не умеешь лечиться? Батон. Давай, пол батона. Мне, по-моему, куда-то его надо. Сука, так и знал, что надо ту бутылку брать сюда. Сукябли. Опять валочный топор. Страшно. Очень страшно. Но воля. Но передвижение. Но воля и передвижение. Они идут рука об руку. Об руку. Обраку.
вот здесь затихариться, как люди делают, и ждать Адика. Но мне же так неинтересно. Невалочный. Невалочный я бы взял. Ах, ты бесишь меня. Как ты меня бесишь. Я бы взял. У меня был. О-о-о-фак. Это хорошо. Но мы знаем такие заклинания. Я говорю, хорошо. Я... Ты чё, бля? Это ни хрена себе заклинания, мы какие знаем, да? Нет, это все-таки хорошо, что мы знаем такие заклинания. Так бы, а как бы я оттуда вообще вылез? А, дед? Так, мне нужен кто-то, кто шарит лечение. Этот, очевидно, шарит лечение, но... Он еще шарит в боли. Больно предложил. Шаришь ли ты в лечении так же, как в боли, а? В целом, да. Но будем откровенны, его одного мало. Козел! Вонючий вообще. Батоном со своим. Показалось. А то увидел там какое-то движение, думаю... Какой-то хмырь там. Какой-то хмырюга. Твари обсмоктанные, а? Мимо. Это было мимо. Съели. Съели два раза, да? Так-то. Я бы залутал этот сундучок. Вот сейчас мне что-то его захотелось залутать. И не протрешься же там, да? Не протолкнуться. Этому дали. Этому. Ой, не тому. Все. Пошла жара. Ой, а тут сундучок еще прикольный. Ребята. Бей. Нет? Да ладно, ты. Со светящимися глазками. Видали, как рикошетит? То, что я говорил. Ладно. Ребят, сейчас достаю багор. И начинаю квасить с тебя. Вот, блин. Да ё-моё. Мешает эта хрень. О, нормально. Что делаешь? Мы так не договаривались. Понял? О! О!
так эта игра, ребята, так вот. Вот шляп, вот такое будет. Если я буду играть так, как надо, вот так. Вот это вот все будет. Абасрака. Абасакой. 1% сопротивления физурону. Ты же понимаешь, это до лампочки. А вот что не до лампочки, это факел мой. Без него прям реально иногда тупо страшно. Что? Нахер. Сука, я так и знал. Я так и знал. Стой на месте. А чё она не вываливает эти двери, а? Должно было сжечь их. Испепелить. Сюда иди. И в мордочку. Да понятно. Так, ну нам Вадик. Это сюда по-хорошему. Мой любимый Адик. Мне не хочется возвращаться в ту нычку, с которой мы начали. Не нравится она мне. О, ты красненький. А я думаю, что ты такой быстрый? Эй. Потерялся. Не теряйся, ты чего? Не теряйся давай. Красненький, это хорошо. Красненький, это плохо. Это плохо. Вот я ж помню, что оно здесь. Но вечно я на нем подкалываюсь. Давай, 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 давай. Ей! 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 Ну ладно. Ничего хорошего. Лично арбалетчиков не тех убиваю. Ей! Хотя. Блин, что-то мне так нравятся эти скороходы. А что ты так подкрадываешься? А? Прикинь, не тем бросил. Обалдеть. Но увернулся. Последний момент. От стрелы. От болта. Болта тебе. Я знал, что ты сдохнешь. Да, я ж хотел в это место. Время уже жмет, правда, чуть-чуть. Ну ладно, время терпит, хорошо. Это Адик. А это Пума, кажется. Конкурирующая фирма. Серебряная ж... мать ее монета. Не надо, не пались. Я с Вадики еще ни разу ни с кем не встречался. Но я думаю, рано или поздно это может произойти. То, что оно бьется об пол, это, конечно, минус. Вот против этих тварей зубастых, это минус с такой штуковиной сражаться. Ладно, я все равно иду в Вадик уже. Возьму твой зуб хренов.
Тут мне, да, Дик, это чуток просто лутнуть. Лончик. Что-то здесь пожмакать. Сапоги я там развалил. А на самом деле хорошо, что я сапоги не разваливаю, если честно. Своими заклинаниями. Эффективные. Что, прям эффективные? Не настолько. Ой, все. Ой, все. Адик зовет. Нет, 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 не так быстро зовет. А он очень-очень быстро зовет что-то. Такс. А, валочный топор, сука. Страшно, это страшно. Валочный топор, это страшно. Уже второй раз за это видео, ё-моё. Очень странно, что я не нарвался на этот валочный топор. А как он выглядит вообще? Просто обычно такой, как колун здоровенный вот этот. Вот это валочный. Кстати, где мы сейчас будем? В паре мест, которые я именую сортиром, потому что оттуда выйти живым еще не удавалось. Это сучье место. Сучье место. А я, наверное, не буду так вот, вот так вот, вот так вот. Я буду... Вот так вот. Серп. И чувствуешь себя побритым. Да? Нормал, дек. Надо приготовиться к тому, что двери закрываются сразу, нет? Дэймон. Сука! Дэймон! Вот тварь, а. Где ты, где ты, где ты, где ты? Я не люблю это место. Я не именую его сортир. Но очень не люблю это место. Дэйм! Козлина. А мне бы... Жертву для лечения, что ли? Сундук вроде... Вот, если Дэймон еще один, я не вижу его пока что. Не придет навалить, то в целом все нормально будет. Надо только ускориться.
Там еще одна жертва лечения. Интересно, а как ты проскочишь здесь, а? Дико любопытно. А никак. Я ушел в тень. А там копытная скачет. Ну, Матарыч. Какой-то матери его, да? Сперва доберемся до портала. А дальше будет видно. О, да. А, ну правильно, действительно. Я думаю, откуда мне на него место? На нее. Да, это я замахнулся, конечно. Но дрын-то длинный. Эй! А, так ты тут можешь обойти. Еще не обходишь. Теймана боишься? А там этот. Активизировался. Блюдышный. Магическая сила. Магическое мыло. Магическая фабра. В смысле, они не стакаются? Вот. Не, мне вот этот дрын нравится больше. Сила с мылом магическая. О, а сейчас мы тебя проверим. Мы тебя сейчас выведем, собака, на чистую воду. Я тебя знаю, твою мать. Серьезно? Матар Матарыч. Дэймон. Дэймон вышел на охоту, я его знаю. Я слышу этот смертоносный прикол. Да, блинский, а? По этому гребаному Дэймону я раз там попадешь так просто. Ага. Не успел. Лошара. Ах, в этом смысле? А в этом смысле я как-то даже и не рассчитывал, что вас будет двое ребят. А у меня тут двери. А вы что, ребят? Паническая комната. Вы когда-нибудь, ребята, слышали что-то о панической комнате? А я первый обыскал. Первого я обыскал вообще. Я, по-моему, их в одной и той же точке упокоил. Почти. Не помню. А, барабан и порванная лапа. Ну ладно, Воля. Лапу хочется взять. Рваную. Так, а где же еще один?
Как же вы бесите порой. Так, ну на самом деле... Сука такая. А вот он. Какая тут толпа зомбей. Ну их бы нахер, я их буду полгода убивать. На самом деле, мне нужно... Что это? О, а от Дэймона тут можно прятаться? Вот блин. Слушай, а ведь здесь же по идее можно прятаться от Дэймона. Я могу его даже валить. Безнаказанно. Ну, лютня уже идет нахер. У меня на все про все 3 минуты, чтобы завалить Дэймона и свалить портал. Хотелось бы это осуществить все-таки. А у меня там что-то было плохое, там совсем плохое такое. Ладно. Проблема. Я не вижу, где эта сволочь. А она же караулит портал, 100%. Нет. Ну ты тварь, а? Надо его как-то приманить. Здесь, в принципе, мы с ним можем. А что его манить? Оно само меня. Не, его надо как приманить. Как-то его надо приманить. Ты, сука, шоколадная, а? Она чисто. Оу, фак. Ребзя, а вы куда? А вы, собственно, куда, ребята? Блинский, я не успеваю убить демона. Это может быть последнее, что я сделаю. Ну что же, в любом подземелье... Сука, главное выжить. Надо научиться с этими тварями разбираться. Летающими. Сука, как они меня пугают. И ведь, по сути, уход вправо с ними отлично бы сладил. Если бы оно, тварь, не улетало, я бы здесь бы, на этом пятаке, я бы с ним бы расправился. А может быть, даже залетел бы в портал случайно. Но это не точно. С другой стороны, я оторвал этой твари лапу. Рваная жопа летучей мыши. М? Это звучит. Кузя. А сколько ты возьмешь за вот этот дрын? 24. А за вот эту хрень? Так хрень дороже, чем дрын. Странно. Ну ладно. Блин, это замкнутый круг. Это, сука, замкнутый круг. Я продаю... что-то. Оно мне мешки сует. Я эти мешки уже не знаю, куда рассовываю. Это капец какой-то. Ужас. Летящий на крыльях маразма. Ладно, давай, суй это все туда. Фигач. Вот так вот. И в следующий раз мы будем ходить во всем новом, наверное. Вот это говно я выкину. Или куда-нибудь дену. И будем ходить во всем новом. Хорошем. И не очень хорошем. У меня тут не очень хорошее тоже есть. И совсем не хорошее есть. Совсем плохое есть. И, ну, в общем, у меня всякое есть. Будем ходить во всяком, в общем. И со всяким. И, наверное, добьем 5 кусков.
Да, наверняка в этой серии 700 или около того баксов наклепал. А, да, я же хотел посмотреть. Только я вечно забываю, где это. А, вот здесь. Хотите использовать жетоны награды для получения случайных наград? Хотите. Плащ. Авант-артиста. Было весело, но недолго было весело. 15 удача, чистый магурон, локти. Вот, нормально. Нормально, плащ. А вообще, видок, а как тебе такой? Плащ, вот, если тебе не видно, то тут вот он подранный и обосранный. Это, видимо, пару раз в этом плаще кто-то уже захаживал. Вадик. Может быть, даже в ледяной. Но нет, оттуда там стопроцентная смертность. Так что... У дракона, по крайней мере. Так что оттуда не выходят живыми. Если тебе понравилось, если ты ждешь продолжения, обязательно поставь лайк. Дай мне знать, что ты его ждешь, и оно в скором времени выйдет. Вот. Можно в комментариях об этом написать? Что именно ты ждешь? Адик. Ледяной адик, например. А вдруг... Или еще что-то. Я сразу пойму. Да, сразу отправимся. Буквально в следующей же серии. Вот. Большое спасибо за компанию всем. И... Бо-бой!